Нормально сейчас будет. Так, Хаммер поехал. Это Скорпион. Это Паша. Что там, чуть не проехал? Ну, еще не сидит, ну. А, давай вправо еще. Посмотрел, говорит, у него мотор не крутой. Выровнял колесо. Так у него левое, переднее правое работает. Так он говорит, что он не может завести. Да, Вранлер убирают. Сейчас будет R2. Вот и все. Что, не застрял пока, да? Проскочит, думаю? Думаю, не очень проскочит. На бис идет. Сейчас на глиссер выйдет, пойдет. Чуть не проехал. Достаточно твердая, конечно. Такая болото, речка. Заболоченная, но не критично. Это не Бобровица. Все, есть контакт. На Додже? Да. Да, здесь. Это его место. И ты же уже здесь. Ну, слава. Это его место. Есть. Красавчик. Что, все? Что опять? Между машинами, смотри, как красиво стоит. Конотопский, да? Да? Олег вроде сейчас лаять на него начнет, так присел, блин. Чтоб не укусил, да, главное. Доджа. Небольшой гидроудар заводится, но звуки посторонние. Сейчас Гранд Чероки еще, помимо всех издевательств наших многолетних, многодневных, многомесячных, сейчас еще потащим Додж на Киев. 190 км подтащим по ровной дороге. Так, доехали мы с Доджем до Киева. 3 часа у нас это заняло. Серьезный автомобиль. Это серьезный автомобиль. Привет. Что там, как машина? Да я понял, понял. Давай, это будет интересное кино. Едет за Хаммером. Красавчик. Откладывается, короче. Кто? Да, бывает и такое. Вот такой поворот неожиданный, да? Повеселили ребята нормально. Было, блин. Да, там, а вот и следующий.
претендент. Следующий претендент на победу. Туда станете, не их на берег. Отойдите, ребята, он туда станет сейчас. Уходите, уходите оттуда. Слепой отжигает нормально. Вот это праздник оффроуда начинается настоящий. Чего? Тоже туда хочет? Не-не, он не хочет, он на берегу станет, он умнее. Очень скользко становится, хорошие места. Там его не хватит, надо якорь, еще пару якорей, наверное. Привет, золотые. Золотые суппорта, душу мою радует. Вживую тебя хочу видеть, Олег. Я твой подписчик уже черт знает сколько лет. Спасибо. Я сприлу. А за вами сближу постоянно. Спасибо. Вон, слепого вы узнали? Конечно. Я уже бороду борода подкрепился. Подкрепился, да? Не, ну у него же этот такой противовес, его надо кормить. Да. Подкрепился и зонтиком пошел в эту сторону. А зонтиком, ну правильно, да. А я говорю, где ты? Он говорит, где-то тут. Лучше людям надо, не экшен нормальный, да? Да, да, да. Поехал, застрял один большой, потом приехал, еще больше застрял. Ну, слепой таких ошибок не совершает, да. Там... Сейчас еще пока размотают. Осторожно. Так, это... Красиво, красиво дошел. Это серьезная машина. Да. Да. Неожиданный поворот. Так, там еще Саня что-то сейчас замотал не туда. Посмотри, какой быстрый. Вообще нереальный просто. Не-не, он не отдаст вам трос. Сейчас мы фотографию сделаем, совместную семейную фотографию. Плохо, чтоб без плавок и носков, конечно, и шлема, блин, но так нормально идет все равно. Ну не знаю, я думаю, что шаги не хватит, там пару якорей надо будет. Сам туда уедешь. Там надо машины 3-4 сзади цеплять еще. Саня не удержит. Сань, попробуй закопаться! Саня, закопайся! Не, может, поможет, да. Пошел, да? Ну, он на пониженной правильно не копает, молодец. Слепой красавчик. Подними! Трос, 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 подожди! Это неуклюже, конечно, тяжело ему. Вес большой очень. Так, камера стала. Хаммер как памятник.
Хорошая. Ретро камера. Вот это мне ваша камера очень нравится. Вправо руль! Паша, вправо руль! Газу и вправо, он повернется тогда. А он не заведен? Чуть-чуть вперед. Куда вы едете? Паша, вправо руль, вправо. А что, стартер не работает, да? Ну такое кино, сейчас я вам более полную картинку. Он еще сидит, Вадик сидит, не хватает размера колес, чтоб тут ехать. В салон не набирать воду. Нет, там плотненько все. Бежит, что нет, а может с этого до. Может набрал, конечно. Нормально дубасит. Серега, долго его не было. Шел вторым. Так, Леня выехал. А, он выехал, наверное. Да, высоченькие. Военные мосты. 36,6 колеса. FBL 160. Все блокировки. Была задержка, но едет круто. Едет круто. Тут пока все без изменений. Дима, что-то с мотором, что-то какой-то был звук. Красиво работает мотор. Не завелся, просто встрял, сейчас под лебедятся и поеду. Так, лидер опять здесь. Лидер опять здесь. Уже ему никто тросом не мешает вроде. Ох, какое там жесткое место. Ну, цепляется, молодец. Аккуратно, без лишнего газа. А вот и Леня поехал. Пока не везет, тягу поломал он в ТР. Один поехал, сломал тягу, починился. Ну и вот идут. Высота хорошая машины, видите, даже патрулей на капот заходит, самурай с его размерами. Очень сложно. В натяжку, молодцы ребята. Все лишнее, я так понимаю, снято с машины. Видите, как глубоко. Надо в своем темпе в такой гонке идти, тут нечего пыжиться. Что машина может, то она покажет.
начинаешь дубасить, она разлетается. Пашенька, не заплывай за буйки! Ну, чуть не проехал. Это его место, манит оно его. В прошлый раз ремонт двигателя был в этом месте. После этого места. Не, другая машина, Dodge был. Выход такой. А, видите, траекторию попроще взял.